ну что, ребят, всем привет, с вами я, Верховецкий Дмитрий, это Fraser Workshop. И мы будем сегодня рассказывать вам про такое укладочное средство, как Dapper Dan. Dapper Dan – это британская линейка укладочных средств для мужчин. И у меня в руках желтый Dapper Dan. Он называется Hide Hold Low Shine, что в переводе «сильная фиксация, легкий блеск». Она выглядит как масло. Вот масло обычное, вот, которое мы на хлеб мажем, или маргарин. Берем также небольшое количество укладочного средства. Оно на водной основе, но там есть микрокристаллический воск. Микрокристаллический воск, он жирный, как вы знаете, и накапливается на волосах. Поэтому не удивляйтесь, если после мытья головы чуть-чуть укладочного средства останется. А так оно достаточно мягко ложится на волосы. У нее средняя фиксация, хотя написано, что сильная. Это очень популярное укладочное средство, и большинство барбершопов его используют и хорошо себя чувствуют. И можно начинать укладывать как движением ладонью вперед-назад, туда-сюда, и волос скатывается в такие программы. Можно же укладывать по традиции, то есть волосы сквозь волосы рукой и ножницы. Также можно выделить пробор, если он есть. Если его нет пробора, просто укладывайте сначала все вперед по росту волоса, а все остальное перпендикулярно назад. Все типы укладочных средств, про которые мы вам пытаемся рассказать, они более-менее похожи. Они делятся на несколько типов. Водная основа, восковая основа и кремообразная основа. В принципе, три вида, и они делятся между собой на разной степени фиксации, на разной степени блеска. Это очень крутое укладочное средство. Изготовитель Британия в городе Шеффилд. Город Шеффилд славится тем, что они изготавливают самые крутые опасные бритвы и славятся своими лучшими мастерами во всем мире. Поэтому у них есть такой вот немножко классический джентльменский шаг. Ну и как всегда, укладочное средство можно приобрести в любом из фризеров. Заходите на сайт freezer.ua и выбирайте свой город. Возможно, в вашем городе есть фризер, где вы можете не только постричься, но и уложить волосы.